В Орловском краеведческом музее открылась выставка «Бог поругаем не бывает». Этот совместный проект Орловской метрополии и краеведческого музея посвящен столетию подвига новомучеников и исповедников Русской Церкви при изъятии церковных ценностей. В экспозиции представлены уникальные архивные материалы 1920-х годов, фотографии разрушенных храмов, образцы изъятых святынь, священнические облачения, богослужебные сосуды и книги, иконы, лампады, Евангелия и напрестольные кресты. И, конечно, выставка расскажет о священнослужителях, пытавшихся укрыть церковные ценности от советской власти. Выставку «Бог поругаем не бывает» можно посетить в октябре и ноябре. Адрес музея: город Орел, улица Гостиная, 2, телефон +7 48 62 47 13 91.